Карагандинский государственный индустриальный университет – один из ведущих вузов Казахстана по подготовке инженерно-технических кадров для горно-металлургической, химической, энергетической, машиностроительной, транспортной, строительной отрасли и сферы экономики. Наши выпускники – первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Республиканского фонда «Бабек» Сара Назарбаева. Университет проводит подготовку по 17 специальностям бакалавриата, 8 магистратуры, 2 докторантуры. Университет обладает современной учебной научной лабораторной базой, включающей единственную в стране опытно-промышленную площадку по металлургии, 60 специализированных лабораторий, в том числе лабораторию инженерного профиля нанотехнологий. Университет осуществляет научную связь с учебными заведениями Германии, Чехии, Польши, Китая, России, Украины и Белоруссии. Выпускники университета работают в странах ближнего и дальнего зарубежья.